Привет, народ! Сегодня мы продолжаем тестировать Insta360 GO 2. На этот раз в Академгородке, у нас опять в Сибири плюс 30. Два дня назад было 0 плюс 5. Сейчас опять жара. Вот новый самокатик такой, более мощный, взяли в прокат. Он прям поинтереснее. Что классно, у него запас хода примерно на 50-60 километров. Ну, 50 точно есть. На борде у нас 70 километров запас хода. Новый борд начинает тестироваться. Довольно мощный. Серьезные уже моторы, уже крепления. В общем, это уже та сборка, которая не один месяц у меня продолжалась. Наконец-то пришел победа. И вот сейчас мы его, это дело, затестим. А еще я сегодня тестирую ветрозащиту, наклеил на корпус Insta360 пушистую ветрозащиту, но не знаю, насколько справится. Вот сейчас на ходу полный ветер, где 20 км в час, посмотрим, как работает. У нас испытание техники, но самокат, понятно, он едет по лесу, имеется в виду. А борт, вот он скользит, летает, колеса прокручиваются. Короче, надо на минимальной тяге и аккуратненько, но по такой дорожке он летает прям вообще нормально. На прошлом я катался, этот только начинаем. Камера поедет на кепке. Короче, стабилизацию эту, горизонт удержания не включаю, потом в обзоре скажу, почему это. Постоянно лучше этим не пользоваться. А, кстати, но вот сейчас у меня нет ветрозащиты. Ветрозащита вот такая, короче, пушистая. Но там внутри я не знаю, насколько стык нормально. В общем, посмотрю, как она справится. Периодически потестим. Ну а сейчас что, заезд по лесу. Борт по лесу идет отлично. Проскальзывает кое-где, но с газом надо аккуратно. А так идет отлично. Катаемся это мы в Академгородке. В Академгородке офигенно. И настолько жарко стало, что мы начинаем искать тенек. Реально жарко. Сейчас показывает вроде 28, да, у нас должно быть. Но по ощущениям как бы все 30. Мне в шортах уже жарко. В общем, у нас такая сегодня лайтовая покатушка. Просто покататься, просто поснимать. Я реально не знаю, что снимать, что тестировать. Есть идея на 4 камеры тест делать. Insta360 новая, GoPro, DJI и iPhone 12. Вот эти 4 камеры все поставить, широкий угол. И вот такой тест. А сегодня такое прям вообще лайтовая съемка, как камера с собой будет себя вести, насколько ее удобно вообще доставать, убирать. На кепку цеплять, как микрофончик с пушистой ветрозащитой отработает. И борд. Первый такой нормальный выезд для теста борда. С фонариком вот надо крепление немножко подделать будет. А так, в принципе, все отлично.
небольшой ремонт борда. Вылетело, короче, крепление, пришлось разобрать. Сейчас начинаю собирать назад. Вот так тоже бывает. Катаешься, надо подремонтировать. Дорожка так себе, мокрая после дождя. Тестирую, насколько быстро камеру достаешь и быстро снимаешь. Но у меня нормально по этой, по мокрой идет, а на самокате получается сложнее. Когда тормозишь, единственное, прям заносит. И у нас опять лес, и опять тест защиты, ветрозащиты на ходу. Борт починили немножко. Есть проблемка с креплением, надо работать. А, ну здесь такой лес, с полуасфальтом. Катались 2,5 часа, реально подустали. Мне интересно глянуть, как ветрозащита справилась или нет.